стенах колледжа сферы услуг прошел смотр художественной самодеятельности, в котором приняли участие студенты среднеспециальных учебных заведений Дагестана. В общей сложности полуторачасовая концертная программа, включившая в себя вокальные, хореографические и сценические номера. Цель мероприятия, как пояснили организаторы, выявление творчески одаренной талантливой молодежи, где участники демонстрируют свои способности. Все учебные заведения готовятся к этому мероприятию. Такие мероприятия, безусловно, нужны, потому что они выявляют, не просто выявляют творческую молодежь, а занимают их досуг, позволяют им развивать патриотические чувства. Их нужно развивать, их нужно отвлекать от ненужных социальных сетей, от интернета, от улицы. В состав компетентного жюри вошли хореографы, вокалисты и директора среднеспециальных учебных заведений республики, которым предстояло оценить конкурсантов по всем критериям. Это и артистизм, и умение импровизировать на сцене. Тематика концертной программы была разнообразна. Туда входило не только исполнение песен и национальных танцев, а также присутствовали элементы восточной культуры. Кроме того, был продемонстрирован показ мод. Кроме судей конкурса, за участниками наблюдали и поддерживали студенты колледжей. Данное мероприятие является ежегодным. Поддержка творчески одаренной молодежи – одна из приоритетных направлений руководства республики. На сцене конкурсантам предстояло в полной мере раскрыть свой потенциал перед членами жюри и продемонстрировать свое умение. «Дружбе народов, единство России» – именно так был назван смотр-конкурс, по итогам которого будет составлена программа гала-концерта, приуроченный ко Дню России. Главное мероприятие пройдет в июне в столице республики. Бика Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев. Информационная программа «Пульс».